Всем здорово, ребят! Ну что, вчера мы побегали в наш лабиринт, а сегодня мы с вами пооткрываем наконец-то сундуки. Я думал копить до 1000 их, но потом думаю, какая разница, что мы 500, что 600, что 1000. А нам самое главное посмотреть, какой же шанс все-таки вытащить оттуда огненько, увеличили или нет, и чтобы вы понимали, сколько туда стоит ходить. Я прошелся туда, по-моему, 4 раза. До 50 этажа, в итоге, да, мы до 50 фармили. То есть я бегал на пролом. Интересно, сколько в рангах. Ну, можно топ-1 брать, но это надо всех противников убивать. И тратить очень много проходок. А так, в итоге, мы потратили с вами, если я не ошибаюсь, сейчас я гляну, 4, по-моему, 4 карты я потратил, чтобы дойти до 50 этажа. Это очень хороший был заход. То есть я бегал напрямую. Да, 25 осталось. А, вот. Таким образом мы накопили 588 штук. Вчерашние заходики были удачные. По-моему, только одного гоблина я не убил на 28 или на 29 этаже. Там уже просто нереально. То есть, что бы я ни использовал, у него настолько большое усиление, что оттуда что-то получить, точнее его убить, нереально получить. Мы сейчас с вами проверим. Вот такие вот честы третьи. То есть их были усовершенствовали. Как видите, здесь есть рунки эмблемы, ну, которые по сути не нужны, коробки, КГшки. Также есть каких, блин, значки почета, ну и расходники. Вот что у меня делается по огникам. Ну, в принципе, я не буду нахрапом открывать все по 10, я буду ладай. Я не это не поставил, он бедолага перескочил. Надо будет апнуть сегодня силу. В общем, поехали посмотрим, сколько у нас огников. И посмотрим, какой же шанс все-таки без донату вытащить и как оно падает с коробок. Так. И надо, кстати, докачать. Так, ищем нашего огника. Вот наш огник. Что у нас есть? 7393. Это при том, что я их еще там не особо копил, собирал. Но здесь можно их целыми накупить на 100 баксов 10 штук. То есть это уже не проблема. Можно их собрать с магазинного безумия, Shopping Spree. В общем, это не проблема. Но на русском и без донатом, кто не играет на английском сервере, не может его купить за 10 баксов. Ну, по сути, 10 баксов это уже ни о чем на сегодня, даже для школьника многие покупают, что не есть удивительно. Мы попробуем посмотреть, какой шанс и сколько надо нам бегать. Ну, вы уже перекинете, насколько вы там за один заход, за одно открытие лабиринта можете его собрать. Так, окей, поехали. И сразу такие бомбящие: вот ты по одному открывал. Ребята, открываю по одному не из-за того, я хочу просто посмотреть, какие шансы. Сколько у нас там было? 500. Только мы 4 открыли. 588, по-моему. То есть ловим, смотрим, какие реально шансы. Потом я уже попозже буду по 10 открывать. Но мне интересно, со скольки именно хотя бы один упадет, ну, упадут осколки. То есть какой шанс? Зефира намного проще собрать, чем огника. Ну, это опять же, это пока открыт остров. Посмотрим, что будет дальше. У меня такая чуйка, не все так просто. Они могут в один определенный момент его просто закрыть, поменять награды. Дальше добывай как хочешь. Такс. Ну, как видите, шансы печальные. Даже ту же самую заклинательницу мы вытащить не можем. Это просто жесть, ребят. Вот как с таким шансом реально без донату бегать, собирать? Какой смысл фарма
этой локации, то есть, ну, лабиринта. Я его фармлю из-за того, что это, как бы, у меня интерес вам показать, чтобы вы понимали, стоит им заниматься или не стоит. Напишите, кстати, в комментах, кто сколько отсюда собрал именно с без донатов осколков. То есть интересно посмотреть, какая удача. Но я вижу, что тут просто жесть. Даже осколки не падают. Итого мы открыли уже 30, почти 40 штук. Сейчас доролим до 500 по одному, потом пойдем по 10. То есть шансы вообще никакие. Они говорили, что они типа улучшили выпадание. Ну, я не знаю, для бездоната собрать, особенно на русском, на других серверах есть куча других вариантов собрать эти осколки и топовые варианты. А на русском сервере все как всегда, ребят. Так. Может шансы лучше, но я не знаю, у меня реально не падает. Печаль. Посмотрите. Блин, 50 штук и ни одного. 50 штук, ну, для бездоната это, ну, это реально долго надо бегать. Сейчас будем по 10 открывать. Вариантов я других не вижу. О, ничего себе. Ребята, за сколько там, наверное, штук 60? За 60 мы получили только 3 осколка заклинательницы. Это просто трэш полный. Ну, я думаю, хоть по 10 нам повезет больше. То есть там будет видно. Это просто аут. Никогда не открывайте по одному, значит. Посмотрим, что у нас с 10 упадет. 6 осколков. Супер. Целых 6 осколков, ребят. Я офигею. Так, еще 11. Или давайте уже начнем по 10 открывать. Поехали. IGG, где мой огник? Что за фигня? Вот посмотрите, какой шанс. Шанс равен нулю. То есть, ну, реально отсюда заклинательница еще плюс 6. 12 осколков, ребят. 15 осколков заклинательницы. Просто жесть. Заклинательницу даже тупо. Вот мы открыли почти половину. 300 сундуков. И в итоге мы, по сути, не получили ни одного осколка. Это просто, ну, где логика? Вот я не понимаю. Еще 6. Мы даже заклинательницу не соберем. Просто аут. Жесть. Это называется улучшили шанс. Улучшили шанс на что? Я не знаю, я не считал там другие ресурсы, но это просто пипец, ребят. Посмотрите на этот шанс. Шанс равен нулю. Я в шоке. Это... Учтите то, что вот сейчас мы с вами поговорим. Ничего не поменялось. То есть... Все тоже, вся та же цифра, сколько мы собрали. Учитывайте такие факторы. Для того, чтобы зафармить, ну, я не беру полностью, как минимум 50 этажей надо где-то часа 3 в среднем. 3 часа умножьте на 4, это 12 часов игры надо. Ну, то есть плюс еще по времени. Это для меня. А для бездоната, ну, бегают некоторые там 15, ну, до 20 этажа, это берем потолок, 20 этаж. Там может есть там мега-супер-герои на других серверах. Но я беру так, в среднем 15 этаж. Это максимум 45 сундуков. Умножьте 45 на 10, 10 раз это 450. Лабиринт у нас открывается раз в 2 дня. То есть через 2 дня.
и, по-моему, идет 3 дня, короче, раз в 5 дней, если я не ошибаюсь. То есть, по сути, за месяц там 5, пусть 5-6 раз вы можете сбегать. 6 раз по... Это надо просто тупо сидеть. Вот я даже считать не хочу эту цифру. Вы сами себе прикиньте. Каждый на то, сколько он бегает. И вот 600 сундуков. И нифига. Это при условии того, что я фармлю еще полностью всех. И пиздонаты не могут всех гоблинов бить. Там не говоря о том, чтобы пройти. То есть получается, что эта локация просто, ну, бесполезна. Бессмысленна. Даже если там фармить эти очки там и все остальное. Мы берем, ну, как бы мы откидываем это все. Берем цель. Фарма именно огника. И что мы в итоге имеем? Мы имеем ни хрена. То есть IGG красавчики, они сделали очередную локацию, которая помимо того, что усиления идут с каждым этим надо проходки, нифига не падает с того, ради чего туда бегают. Все туда бегают за огником. Но я не знаю, по крайней мере, мне за 600 сундуков нифига не упало. А что у вас, я не знаю, пишите в комментах. В общем, вот такая вот локация. Я специальную фармил, специально вам показать. Многие спрашивали, зачем ты столько фармишь? Вот именно ради этого, ребят. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.